Петергоф зимой производит совершенно другое впечатление, нежели летом. Тихо, безлюдно, фонтаны не работают, все усыпано снегом. Что же еще может усилить ощущение, будто бы ты попал в сказку, особенно накануне новогодних праздников? Конечно, подсветка. Главный символ Петергофа – фонтан Самсон, разрывающий пасть льва. Мы привыкли видеть летом – в брызгах воды, на фоне радуги. Но этой зимой он в буквальном смысле предстал в новом свете и озарил своим сиянием знаменитый Большой каскад. Бронзовая скульптура Большого каскада она легче переносит зимние условия, нежели чем мраморная. Скульптурная композиция Большого каскада – единственная, которая не закрывается на зиму. И это дало нам в общем, такую интересную идею – это подсветить Самсон. Мы сделали эту подсветку очень аккуратно, мы не затрагивали сам памятник. В дальнейшем, конечно, мы будем развивать именно подсветку территории Нижнего парка, естественно, по согласованию с контролирующими органами, с комитетом, с КГОПом. Подсветка Самсона положила начало разработке концепции зимнего Петергофа, такого, в котором можно было бы комфортно гулять даже в сумерки. В будущем освещение должно появиться на лестницах и в других местах Нижнего парка. Помимо этого, запланировано открытие нового выставочного пространства в оранжерее. И это лишь часть нововведений. Зимой Петергоф считается почему-то, он засыпает. Да? Мы даже такой лозунг придумали, что музеи работают, фонтаны спят. И мы хотим сломить этот тренд и показать и петербуржцам, и гостям нашего города, какой прекрасный Петергоф зимой. Для этого у нас разработана очень большая программа, она рассчитана на годы вперед. Мы приведем к тому, что к нам будут приезжать зимой именно для того, чтобы проводить время. Подсветкой Самсона можно будет любоваться всю зиму и даже в начале весны. Демонтирована она будет лишь в середине апреля при подготовке Петергофа к летнему сезону.